Я буду сегодня показывать мои пластилиновые игрушки новые. Сейчас. Как она тут открывается. Не открывается, ну давайте. О, сбоку надо было. Сбоку. Вот. Ух ты, сколько у тебя пластилина. Это все из пластилина игрушки, да? Да. Ух ты. Ну давайте будешь показывать. Вот это на палец. Это одевается на палец, да? Угу, это из сельпо, когда это был пластилин. Да? Угу. Да вот здесь их выставляет как-нибудь так, да? Может, давай на этом? Давай на этом. Еще у меня есть какие-то бобики на хвост. Хвост отвалился, да? Ух ты, это кто? Лол. Лол? Угу. О, покажи, кто такой Лол? Это такие игрушки, только они не из пластилина. Ты сама лепила это все? Да. Да? Ух ты, а это кто такой? Зайчик. Зайчик? Вот это похоже ли собачка или кошка. Тогда же хоть рассмотрю твоего зайчика. И птица. И птица. О, так ты же показывай птицу. Покажи, что это за птица. Ах, нога потерялась. Нога потерялась у птицы, да? Не волнуйтесь, я все отломки найду. Отломки найдешь? Ну, покажи что-то птицу. Что-то поломалось. Покажи птицу. А, это на. Это птица такая, да? Да. Ух ты. Интересная птица. Это сама делала? Да, это тоже. Ух ты, молодец какая. Ну, даже какую птицу сделала. А это разноцветный бобик, который... Ну, вы, наверное, смотрели уже видео, как я его дрессирую. Кого, собачку? Да, бобика черного. И вот он такой. Вот это вот он, такой после дрессировки становится, да? Висите он такой. Вот такой, после дрессировки бобик такой, бедный, несчастный. Так, бобик, твою голову я вижу какая, и твой хвост вижу. Да? Так, это кто? А, это до тренировки бобик. Да, оригинальный еще, черный, да? Я вообще-то где-то еще такой есть. Вот так вот, давай сравнят пускай люди. Вот это до тренировки, а это после тренировки. Здоровый, а тут уж бедный, несчастный. С лапой тонкой. Бедняга, бобик. Но зато он же тренированный, да? Так, а это что? Пудало. Пудало? Так, рука потерялась. У пугала рука потерялась. Почему? Вот она рука. Половинка маленькая. Рука, половинка руки, да? Ух ты, какое пугало, да? Молодец, молодец. Держи свое пугало. Я когда-то на огород собиралась. Ну, а самых новых я покажу в конце. О, а это что такое? Безголовая, хочешь сказать. Голова потерялась. Голова потерялась. Да что ж такое? Вот это не она, нет? Она! Нет, не она. Это не она. А что это было? Это другой. Это другой. Ну ладно, вот смотри, какой есть бобик с головой. Это да? Самый припервый. Самый припервый, да? Подожди, да я голову найду. Так, где она лежала? Ух ты, молодец. Держи. Держи, может, бобик. Когда-нибудь найдем. Чуть-чуть, а что ж ты ему прическу оторвала? Ой, прическа. Извини, бобик. Иди прическу поломал. Будешь такой. Будешь такой теперь. Давай, кто там еще есть? Я сейчас покажу еще одного бобика, вот такого. Ух ты, какой красивый бобик. Это еще до того. Это когда он маленький, потом подросший. Ух, вот его хвостик. Хвост его, да? Хвост отломался у бобика. Вот надо вот найти для них отдельную полку, чтобы они где-то лежали. Они где-то лежали, вот так. И вот, не вот, ломались. Да? Вот так вот, да? Угу. Бобики. Так, кто там у тебя еще? Сейчас я покажу новых, самые последние. Ух ты. Ну, вы сейчас догадаетесь, что я люблю. Это что? Вы, наверное, сами угадаете. Я не знаю, кто это. Ёжик. Ёжик Соник. Нет, это ж, правда, Сефир. Ну, это из Соника, да? Ну, персонаж. Да, еще я такой Соник сделала, сейчас покажу. Это когда он так разгоняется, вот. А, он становится круглым таким, да, Соник? Он когда разгоняется. Ух ты. Ну, это уже другая штучка, это тоже, правда. Я еще не придумала. Вот это вот беленький, который я показывала. Да? Помидор, который это... я посадила. Ух ты, молодец, какой помидор слепила, да? Это пони из пластилина. Пони такой? Ну, у меня, короче, тут много бобиков. А, это опять она... бобик, да? Нет, это тут пони. Можно отдельное видео про бобиков снять, только одних бобиков, смотри, сколько она лепила. Ну, вот это бобик. Тоже бобик? Ух ты, какой интересный, да? Двухцветный. Двухцветный. А правда, он у нас одинцветный.
Так, это я когда-то из бисера увидела картинку, и собаку слепила такую. Какую собаку? Когда-то там я еще видела лису, сейчас найдем. Да? Сейчас. Хорошо. А вот она. Лиса? Сейчас. Подождите. Вот она. Ух ты, где голова? Где же голова лисы? Она сначала была с головой, походу, голова. Где нога теперь? Я же говорю, надо отдельную полку завести. Да? Да. Вот голова. Вот голова лисы, да? Ах ты! Бедная лиса. Вот он. Идет грустная, что мне все поотваливал. Да? Да. А вот и Соник. Ух ты. Ну, я не любила, не попало получается. Да почему что попало? У тебя все хорошо получается. Сейчас Шедо еще. Да? Это кто, Шедо? Шедо. Тоже только... из Соника, да? Угу. Ну, это я только самых трех слепила. Тут про одних Соников тоже можно снимать отдельное видео, да? Где? Ой, про лошадок. Я смотрю, сколько у тебя лошадок. Еще мнямов покажу. А мнямов еще много, да? Ну, а мнямов не только два. Два? Угу. Остальные там. Где? А мнямы у меня какие-то там. Наверху, да, еще? Угу. Вот. И вот еще один мням. Еще мням? Ну, покажи. Ай. Покажи. Сейчас, тут ничего не отвалилось. Нет, ничего. Вот. Покажи нам. Да. Это добренький. Пока у него конфету не украли, он стал таким. Да? Вот, пока он таким был, когда потом у него конфету украли, и вот стал таким. Мне уже на доску. А вот и Кевин. Это Кевин, да? Ух ты, ты Кевина даже слепила, да? Это ты. А, это я слепил раз, да? О, вот и голова от этого. Ух ты, какой ремик. Это орешевый. А, это ореша. Ну, орел. Тут тоже из этого, из сладуна, да? Да, нет, тут где-то еще сладун сейчас. Вот и Бобик еще один. Вот еще наш Бобик, да? Угу. У него все время нос отваливался. Да ты что? Я еще, смотри, слепила не Бобика, но он такой. Да вот. Что это такое? Мама играет такую игрушку, человечка-собачка. Мне очень собачка понравилась, так что я ее и такую вот это сделала. Такая собачка, да? Ну, по правде она не такая, я сейчас покажу. Ага. По правде она вот такая. Да? Ух ты. Еще у меня где-то. И вот еще она такая. Ух ты, такие собачки? Ну да. Надо же. Такие я больше собак люблю. Маленькие-то собачки больше на клопов похожи, да? Эй. Хотя маленькие собачки так, наверное, и есть, да? Вот и Шэдоу так. Это ж они так разгоняются. А, это когда он разгоняется, оказывается, да? Представляешь, я смотрела, что Зефир из другого измерения. Зефир, да? Да. Это в Сонике, да? Да. Из другого измерения сегодня смотрела. А, это кто у тебя такой маленький, желтый? Пони. Пони? Угу. Тоже что-то отвалилось у нее, да? Хвост. А это собачка. Собачка. Я смотрела. А ну-ка, давай-ка. Собачка маленькая такая, да? Угу. Ай. Ух ты. Еще елка. Елка. Это елка с глазами? Да. А что у нас с глазами? Потому что я ее когда-то из книжки делала. Из книжки? И вот еще у меня динозаврик. Ух ты, это динозавр. Когда-то у меня закончились идеи, пришлось динозавра сделать. Да ты что? Так, а вот это Пасха, на Пасху когда-то делала. На Пасху, да? Да. Видишь, настоящее украшение. А, да, вижу. Где ты украшение тебе взяла? От других. Ну, внизу, которые уже попадали, и украшения. С пасок собрала, да? Нет, не с пасок, а внизу уже. Которые осыпались, да? Да. У меня у кота тут... Что там у тебя еще? Хвост отвалился. Опять что-то отвалилось. Да что ж такое? Вот, это что же из... Лапа отвалилась у кота, да? Нет, это хвост. Это хвост. Это тоже из... А ну-ка, давай-ка. А ну-ка, давай-ка, да? У них там два кота. Ну, когда-то у них было уже не два кота, а больше. А вот еще. Ух ты. Это мы делали, по-моему, колечко, да? Ну, это не колечко, а пончик. А пончик?
Что тут у тебя еще есть? Это пошли. Еще из Анука, давай-ка. Ух ты, какой кот красивый у тебя получился. Слушай. Белого нет, пришлось желтый взять. Блин, вообще очень красивый, ну-ка дай-ка. Я так вот его получился, двухцветный кот, да? Вообще-то это почти, вот, который уже положила, такой же будет, только серый. На хвост отваливается? Ну, хотя да. Правда, я себе хвосты вверх забираю. А зачем? Чтобы было различить, или собака, или кот. А, у кота хвост вверх, да? Да. Смотри, какая у меня собака. Ну, ты а чего, она плавает, что ли? Ой, у нее нос отвалился. Надо полку срочно заводить. Да? А, вот где нос. Да это собака один нос. Вот у тебя какие-то вот инопланетяне или кто это такие? Где? Вот это вот кто это? Вообще-то это из Ануку давай-ка. Тоже кто-то, да? Да, только зайчик. Это зайчик, да? Вот собака с носом. Ух ты, какая собака. Так что, она плавает или? Ну, похоже, плавает. Да? Да, то, что она на ногах не стояла, пришлось так делать. Да? Вот ты ж. Сколько у тебя тут игрушек? Еще надо, у меня да? такие пони есть. Пони красивые какие, да? Ну, да? Вот, а ты сделала, да? Вот когда-то у них все подвалилось, мне их было жалко выкидывать, и я все клеем приклеила. На клей посадила все, да? Да. Взяла клей и посадила. Вот это Биля. Сейчас. Биля, да? Это из школы Сладуна. Биля? Ну-ка. Ух ты ж какой маленький. Вот Биля это кто? Крысёныш или кто это? Вообще-то не крысёныш, а этот пёсик. А, это собачка такая, да? А вот и Сладун. А, то что он Билю сейчас съест один раз. Он Сладун там в 10 раз больше Били. Да что серого больше стало. А, серого пластилина много было. Да, я сама сделала. Вот ты какой. У него лапа не потерялась, он уже и был без лапы. Молодец какой он, да? Он уже был без лапы. Какой молодец кот, да? Какой молодец, без лапы. Без лапы, ты ж. А ну-ка, это кто? Чернушка. Чернушка, это кошка наша, да? Нет, у нас не живет кошка, на улице живет. А на улице живет, возле подъезда, да? Да. Чернушка, да? Угу. И там маленький котенок черный еще живет, да? Да. А, я придумала историю. Сначала был такой в нем, потом он... Покажи, какой был. Увидел вот это, был, да? Конфету, стал еще добрее. Потом, когда у него конфету отобрали, он стал злым. Да? Угу. Ох ты. Ну и тут еще пооставались какие-то, да? Это собака такая. Такие объекты археологических раскопок, да? Знаете что? Нормальная собака, только она у меня не стоит. Она только валяется. Только валяется. Ну, это собака такая, она поела и спит. Да? А ты потом все назад будешь складывать, да? Ну, когда закончится видео. Да? Так, это я помню, отсюда было. Ой, это пони. Пони такое, да? Красивое такое. Ух ты. Ох. Сейчас подождите. У меня тут одна штучка поломалась. Вот, смотрите. Это такая пони. Да? Угу. Вот такая. Да. Коричневая. Да. Нет, тут лошадей очень много. Так, вот. Не поломайся. Вот, собака. Да? Ух ты. Да? Я очень люблю собак, так что у меня есть дома собачка. А на улице кошка, да? Ага. И кошек я люблю. А вот это амням. Амням? Ну, покажи амняму такой. Это, правда, из другого пластилина. Да? Вот как разноцветная собачка. Только осторожно, потом опять все клеем надо клеить. Да? Угу. Отламывается, да? Да. Мне просто когда-то не было голубого, мне подсказали, как его сделать. А кто подсказал? Бабушка. Бабушка? Вот это зайчик из Анука давай-ка. Зайчик из Анука давай-ка, да? А это колобок. Тоже из Анука давай-ка? Нет, это обычный. А это из мультика. Это... О!
Ай, это колобок, наверное, из нашей истории, да? Да. Он там тоже у нас все время убегает, да? Он вообще-то не поломается, наверное. Да. Вот это черепаха. Да. Я когда-то из компьютера ее сделала, она. Да? Видела, по компьютеру сделала, да? Да. Да? На, держи. А как, знаешь, как я ей ноги сделала? Как? Вот так. Вот так вот, сзади, да? Угу. У тебя какой-то новый гибрид черепахи. Не одна черепаха. Да? Не цветы. Так, ух ты, а это кто? Ну, когда-то это была лавочка. Кто? Теперь, когда-то это была лавочка, а теперь цветочек. Цветочек? Это... И у тебя там два каких-то маленьких-маленьких животинка. Это хомяк. Ну, из ходуна один мне потерялся. И кто это? Это я не помню. Ну, у них же есть мышки или это крыски домашние. А, я понял. Это что-то вот такое, да? Да. Вот такое. Коричневый. И последний, да? Это котенок. Чернорыж. Тоже из сладуна. Из сладуна чернорыж? Угу. У него ушки веслоухили. Как здесь... у Кевина. Да? Вот когда-то лапка заболела. Лапка заболела. И потом его вылечили. Ух ты, сколько у тебя. Сейчас. У меня тут голова отвалилась. Опять голова отвалилась. Да что ж такое? Походу, я их ненадежно сделала. Да ну ничего, ну положи, потом сделаешь, да? Сейчас. О, и глаза сыпятся. Я же говорю, что ненадежно делаю. Да? Ну бывает, бывает. Ты делаешь надежно. Я? Да. Ты тоже что-то там отваливается. Конечно. Ничего я не видела, что у тебя отвалилось. Да? Вот. Ну вот, смотри, ух ты, много ты слепила. Конечно, за год. За год это все, да? Да. Молодец. Молодец, молодец. Сколько у тебя всего, да? Да, у меня когда-то даже белый пластилин закончился. Да? Угу. Так тебе же потом докупили пластилина. Да, это вместо белого я пользовалась желтым. Да? Так что мне его было много. Ну все, ты уже весь пластилин уже использовала, да? Нет, не весь, мне еще есть. Еще есть? Будешь что-то еще делать, да? Ага. Ну хорошо, молодец. Ну скажи всем пока. Пока. Не скажи всем пока. Пока. Всем пока. Да? И что следующее будет? Ну, я еще подумаю. Ты еще подумаешь о чем-нибудь, да? Хорошо, ну все.